питы не проедут. Поднялась речка. Вот это заплыв. Также приезжаем мотики глушим, да? Они так, что он покатайся! И опять попы, мигалки, вот не надо вот это всего. Ну что, нормал? Блин, ушатал нахуй уже. А. Блин, да. Я с тобой поделюсь кадрами там, для видео тебе хватит. Знаниями, да, потому что сейчас надо что-то с этим сделать. А что с ним? Ну смотри, он просто держит высокие очень холостые обороты. Очень высокие. А с маслом что, сколько залили туда? Не, ну масло понятно, но перелили немножко. Если ты его просто заводишь, что он на холостых еле работает, чуть газ дышит, дохнет. Если с подсосом заводится, сразу орет дико, и только тогда он как-то... А когда ты просто едешь? Знаешь, что карта? Когда просто едешь? Ты нажимаешь, он орет очень высоко. Поснимаю. Короче, прохват двинулся дальше. Сейчас по лайтовым дорожкам Ромыч наконец-то приехал. Мотик едет у него только на подсосе. Вот. Но едет, главное. Немножечко грязи тут началось опять. Так. О, давай. Давай, давай, Не хочу ждать всю эту толпу пропускать вперед. Будет очень грязно. Не особо чисто. Квадр прет напрямую. Нормально, такая тренировочка баланса получается. По грязи тоже нужно уметь ездить. Мало ли что на гонке ждет.
чисто сам рулит. Дети разбегаются. А? Ну вот, по идее, вот здесь. Ну, глубже значительно. Ну, должен. Ну, я попробую. Насколько глубже оно стало? Ты не проедут. Поднялась речка. Мотики еле-еле. Питы не проедут. Там еще один брод, он помельче. Хотя тоже, блин, хз. Хотя вон едут. Питы не проедут вообще. Ладно, давайте. Вот это заплыв. Блин, там только питы не проедут сейчас. Мотики, потому что вообще... Проехал? Там, да, один такой какой-то. Серьезно? Просто, по-моему, мотиков там чуть не покарп, когда волна еще поднимается. Сань, хорош, не раскатывай, а то там никто не проедет потом. А, сейчас стантить будет. Это, или там перекрытие. Не, ну там надо питам сюда, а мотикам сюда. Надо же питам проехать. Слушай, а еще далеко, нет? Все. Вот туда и наверх, и мы почти приехали. Снимаемся, где подъемник, и все там. Да. Не, в дом закинул. А, это мы туда въехали. Куда мы с тобой перепутали? Ну тут вот кто... У нас проход был, вы в обратную сторону, да, делали? В прошлый раз мы ехали вон туда, короче, получается. Мы спустились вниз со Степановской горы и поехали туда. И там закольцевали, типа, немного. Ну там вообще мало мы проехали. А тут сейчас больше, значит. Сейчас 20 где-то. Не, мне карьер понравился. Поехали. Тут как бы и все, и грязь, и карьер есть, только бревен. Знаешь, жестких не было. Карьеры жесткие. Да. Показал пек байкерам.
мостик, чтобы они не утопились там все. Значит, мы старались, там ехали. Все, маршрут прохвата подходит к концу. В итоге получилось, что мы разделились на две группы. Часть очень медленная, часть, которая вот, ну, в основном преимущественно на мотоциклах. Они едут нормально, вот в темпе. Мы оторвались вперед, а Рома с питбайкерами остался немножко позади. И Андрюха сейчас их будет вести уже дальше по более простому маршруту. Ямы. Туда! Последний сзади. А, слушай, а Андрюха был с вами или нет? Да. А вы как, проехали по асфальту или через... А, ну все. Рома с вами там? Да. Ну я сейчас встречу и туда. Давай. Вторая группа подгребается потихонечку. Основная. Ни хрена себе, их столько же, их больше, наверное, даже, чем нас было. О, один минус. Вас Андрюха по асфальту, да, провел, обвел? Да. Ага, мы через броды ехали, но там жесть для питов, там пипец. Я понял, нам далеко нет? Да все, вот выезд. А, ребят, пока не забыл, давайте, когда да. приедем, также приезжаем мотики глушим, да? А не так, что он покатается! И опять попы, мигалки, вот не надо вот это всего. Да! Не-не, смотри, вот Сергей, который вообще весь маршрут прокладывал. А сейчас, ну, видимо, вас повел по жести, нас уже обвели. Он сказал, сейчас мы уже переезжаем, и мы уже все на месте. Не-не-не, вот туда. Ну, не прямо, да? Мы туда поедем. Слушай, ну, вообще, если вам там проблемно, вы на тросе, да? Можно и здесь выехать и повернуть направо сразу. Можно вот здесь выехать аккуратненько и направо повернуть, тут поровней будет. Там прям вот спустишься вниз и сразу чисто направо. Хорошо. Там видно будет даже уже выезд. Пока. Счастливо. Начало прохват. Наклейки. Ну что, нормал? Слушай, броды глубокие, капец. Чуваки на питах вот так, наверное, их топили. Они перекатывали просто. Поэтому... Переехал? А? Переехал ты? Да, оба переехал, но, знаешь, я прям медленно, и видно, ну, мотики, короче, едут прям вот, ну, по карп, короче, прям видно, что клуб глубоко. Возьми наклейку у Ромы, вон.
Вот и все. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.